Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. До 7 лет лишения свободы грозит водителю, который накануне в Гомеле сбил двух пешеходов. Мужчины переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их пропускал автобус, но легковой автомобиль на российских номерах дорогу не уступил. Инцидент произошел на улице Добрушской. Мужчины шли по зебре. Как только они стали пересекать правую полосу, на большой скорости их зацепил «Опель». Один из пострадавших сразу потерял сознание. Оба они получили серьезные травмы. Как оказалось, за рулем автомобиля «Опель», который сбил пешеходов, находился 41-летний житель Кармянского района. Мужчина был пьяный, к тому же у него не было прав на управление транспортным средством. Водитель автомобиля задержан. За совершение указанного преступления санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. На трассе М5 в Будокошелевском районе произошла авария, в которой погиб пассажир. Дорогу не поделили женщины-водители. Одна из них, управляя автомобилем Volkswagen Golf, выехала на магистрали и не уступила дорогу другой. От удара машину откинуло на ограждение, а ее пассажир погиб. Он вылетел из машины сразу после столкновения и получил травмы, несовместимые с жизнью. В ГАИ утверждают, что женщины-водители были пристегнуты, а погибший нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Милиция разыскивает гражданина, который расплатился в магазине чужой банковской картой. Причем сделал это неоднократно и в разных торговых точках города. Вот фотография этого человека. Присвоенной им чужой банковской картой он воспользовался еще 19 марта. Если вы узнали мужчину, сотрудники милиции просят сообщить об этом в ближайший отдел внутренних дел, позвонить по номеру телефона, который сейчас на экране, или набрать номер прямой линии 102. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4.